Да. А потом будешь плакать, что у тебя девушки нет, что ты одинокий молодой мужчина, да? Так я тебе сам пытаюсь помочь. Ну, Аленка, ну ты подойди сюда, мелкий, подойди сюда. Ты еще реально мелкий, ты еще не знаешь всех тонкостей жизни. Подойди сюда. Вот этот старый мужик тебе все расскажет, 24-летний. Понимаешь? На планете 7 миллиардов человек. Выбирай любого. Хоть кого хочешь. Аленка, но она же не последняя на этой планете. Я понимаю же то, что ты в нее втюрился по самое не хочу. Ну встречается она с Ваней. Ну, сегодня встречается с тобой. Завтра встречается с Ваней. Вот скажите мне, на кой черт ему такая девушка, которая сегодня с одним, завтра с другим, а послезавтра с четвертым? Мелкий, ты, может, сам подумаешь своей башкой, а? Ну вот это твоя большая проблема, что ты как раз этой башкой думать и не хочешь. Ты думаешь, те два подарка, которые я тебе сделал, мерч и кофемашина, это последние твои подарки? Нет, мелкий, нет. Я только ради тебя договорился с родителями той самой Олечки. Все помнят Олечку? Он с ней учился вот этом в классе, когда до каникул. Одноклассница твоя Олечка! Вот, я с родителями договорился, она прям уже вот сейчас вот-вот-вот должна прийти. И, мелкий, я договорился на всю новогоднюю ночь. Она даже с нами сегодня будет встречать Новый год! Ой, а вот она и топает. Мелкий, может, ты сегодня хотя бы сможешь отвлечься? Подойди сюда ближе. Подойди ближе, поздоровайся с Олечкой. Олечка, здравствуйте! Привет! Тебе тоже привет, Олечка, привет. Все, мелкий, рогатку опусти хотя бы сейчас. Опусти рогатку! Кофемашину продам обратно. У меня 14 дней есть, чтобы ее сдать обратно в этот магазин техники. Поздоровайся хотя бы с Олечкой. Рогатку опусти. Ага, вот так ты здороваешься, да? Это ты, мелкий? Это он, мелкий. В смысле нет? Олечка, это он просто отмазывается, это он. До Нового года тут остались считанные часы. До того, как мы с вами будем слушать бой курантов и вместе встречать 2020 год, я предлагаю вам немножко прогуляться. Часик, второй, мелкий, иди давай. Будешь кому-то еще в этой жизни угрожать рогаткой, я ее обратно заберу и больше тебе никогда ее не верну. Мелкий, пофли гулять, пофли. Иди гулять, мелкий. Иди гулять. Иди гуляй! Иди гуляй! Счастья вам в личной жизни! Удачи, чтобы дети росли большие, здоровые и счастливые! Все, давай, идите гуляйте! Только самое главное, вернитесь до Нового года! Ох ты, собака, рогатка! Мелкий! Мелкий! Подойди на секундочку! На секундочку подойди! Ты самое главное вот это! Про новогоднее настроение не забывай! Все, да, удачи вам, молодожены! Давайте, топайте отсюда. Как он меня задрал, ну, честное слово, извините меня, конечно, но это не мелкий, да, он хуже бабы, ноет каждый день с этой Аленкой пописячной, ёперный театр, почему все проблемы в этой жизни из-за баб? Ну, так считают мужики. А почему все проблемы в этой жизни из-за мужиков? Так считают бабы. Он заколебал, честное слово. С этой Аленкой ужас, кошмар ему снятся с этой Аленкой. Господи, помилуй. До Нового года осталось там 3-4 часа, я даже не помню. А я не знаю, с кем его встречать, кроме Мелкого и кроме Олечки. Поэтому у меня небольшой такой план есть. Маргарита Степановна сейчас находится в моем ресторане и готовит новогодний ужин. Возможно, еще придет Степа, учитывая то, что как бы Степа это муж Маргариты Степановны. И скорее всего, все! Это, наверное, мои самые близкие друзья, больше никто не придет. Рикардо сказал то, что он улетел в Таиланд отдыхать на Новый год. Все, больше никого в этом городе нет. Бомжара занимается своими делами там в мэрии его. Поэтому у меня другого варианта нет. Как стать вот здесь посередине города. Бесплатный ужин в предновогоднюю ночь только в моем магазине, ресторане. Приходите все, кто хотите. Всем моим друзьям бесплатный ужин. Главное, придите хотя бы Новый год со мной встретите. Степа, ты-то придешь? О, я сейчас приду. Встречаемся буквально через минут 15-20 в моем вот этом ресторане. Кто еще? Михалыч! Бабзин! Ну,
А шо? Я и так дома сижу, ничего не делаю, а так хоть с мужиками тусить будем. Вот это правильное решение, Михалыч. Вот, через 15-20 минут встречаемся в моем ресторане, поэтому захватывайте свои шмотки, захватывайте подарки, если вы вдруг надумаете мне сегодня что-то подарить, и встречаемся в ресторане. И это все, походу. Все мои друзья в этом городе. Ляски новогодние! Маргарита Степановна! Маргаритка! Маргарита Степановна, подойдите сюда уже, пожалуйста! Ну, слушайте, вы неплохо так справились с оформлением вот этого ресторана. А, да, милок, извини, я просто много работаю и ничего не успеваю. Ничего, Маргарита Степановна, сейчас немножко тут осталось, сейчас ваш муженек придет, Михалыч придет, и еще мелкий со своей новой чиксой должен сюда прийти. Вот, и в принципе, это, наверное, вся компания, которую мы сегодня будем вот это встречать Новый год. А что, у мелкого новая девушка появилась? А как же Аленка? Ой, вот эта Аленка-шмонка, честное слово, не вспоминайте ее даже, пожалуйста, при мелком, а то он опять зарыдает. Ну, слушайте, а чё? Мелкий как бы видный пацаненок, видный, популярный в городе, и как бы все девушки его знают. Поэтому, мне кажется, он ещё тот местный мачо-мен-альфа-самец. Поэтому не удивляйтесь даже, что у него новая девушка. Ну все, Маргарита, давайте готовьте, что у вас там еще осталось. Сейчас уже все придут, а я буду пока встречать гостей здесь, возле нашей новогодней елочки. Новый год к нам чится, скоро все случится, сбудется, что снится. Дед Мороз свою снегурку предновогоднюю ночь засосет. Что-то они как-то там долго, честное слово, уже все должны были прийти, уже на часах сейчас Новый год уже будет. Опа, Степа. С наступающим, Степан! Это мне? С Новым годом, с новым счастьем! Стёпушка, спасибо огромное! Я даже не думал, что мне кто-то сможет подарки подарить. Михалыч! Бабзина! А ты чё, откуда бабзина-то взялась? Я даже тебя не звал! Вы не ждали, а мы припёрлись, милок, с наступающим! Ну шо, мужики, ответим! Ответим, Михалыч! Здравствуйте, сучек! Еще и Михалыч подарок. Ядрёный Санта-Клаус, спасибо вам, мужики, огромные, и вот этот бабзин тоже. Спасибо ж... Маргарита! Маргарита Степановна! Хватит там куховарить, давайте присоединяйтесь к нам, быстро давайте за стол, за стол! Неплохая такая компания, уже 5 человек, сейчас еще мелкий должен... Пирог, торт, да, значит, испекла. Давай, присаживайтесь, Маргарита Степановна, присаживайтесь, дорогая, присаживайтесь. А я-то думал, то, что я этот Новый год в одиночестве встречать буду. Оказалось, нифига. Минутка внимания, минутка внимания. Пока мы ждем, чтобы пришел мелкий, я хочу сказать всем вам огромное спасибо за то, что вы сюда сегодня притарабанили. 2019 заканчивается, впереди новое десятилетие. Что оно нам принесет вместе с вами, я в душе не чаю, но надеюсь, что что-то хорошее. Рубрики «Жизнь ютубера» уже больше, чем 1,5 года, вы только вдумайтесь. Больше, чем 1,5 года мы записываем эту рубрику и... И сейчас, секундочку, подождите, я сейчас продолжу. Заходите, заходите. Олечка, мелкий, заходи. Ну чё, как мелкий, как все прошло? Очень интересно, но ничего не понятно. Хорошо все прошло или плохо? 2 раза кивни башкой, если хорошо. 3 раза кивни башкой, если плохо. Это последний раз, когда я пытался найти тебе девушку. Иди садись за стол. Давай за стол иди садись. Олечка, вы тоже можете присоединяться за стол. Как я вижу, в этом большого смысла нет, потому что вряд ли мелкий с вами будет вообще как бы в дальнейшем дружить. Но ладно. Все, хватит вот этих бесполезных разговоров. Сейчас, тут уже скоро все должно наступить. Красота-то какая, красота. Сейчас уже должны быть куранты. Сколько там времени? Я что-то, мне кажется, много времени просрал, пока ждал вас всех здесь, да? Сказали, через 15 минут собрались и через часа 2-3.
Телевизор включен. Сейчас наш любимый мэр города будет читать речь и поздравлять всех с наступающим 2020 годом. А пока у нас осталось здесь несколько минут, точнее, как несколько? Минута нафиг осталось! Ребят, все сюда, внимание, пожалуйста, минуточка внимания, давайте все встанем, давайте все поднимем свои ленивые задницы из-за стола. Михалыч, Олечка, ладно, Олечка, ты можешь сидеть, в принципе, на самом деле, ты можешь даже домой уходить, как бы, мне кажется, родители твои будут ругаться. Уже куранты начали сбиться, Бабзин, охранник Степа, Маргарита Степановна, Михалыч, Мелкий, ну и, конечно же, я... Кроме тебя, Олечка, всем нам желаю хорошего 2020 года. Спасибо, то, что все сегодня здесь собрались. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, большую пенсию, большую зарплату, чтобы никто никогда не болел, и чтобы Мелкий наконец-то уже нашел себе бабу мечты и перестал ныть по поводу Аленки. Хорошо, что я Аленку хотя бы сюда не пригласил с Ваней, а то бы он реально разрыдался прям перед Новым годом. Все бокалы в руки, все бокалы в руки! Давайте отчитываем, давайте все дружно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом, пацантры и пацанессы! С новым счастьем вам всем, йох! Мы дожили, мы не сдохли, извините, пожалуйста, за такие откровения, но мы выжили этот проклятый 2019 год, всех этих маньяков, всех этих бухающих. Ты чё за столом фейерверк запускаешь, Мелкий, на улицу, давай, на улицу, давайте, все на улицу, фейерверк! Мелкий, твой выход. Красота. Та-та такая! Ну а сейчас что я вам предлагаю? Целая ночь впереди, пляски, жопотряски, вот это очень крепко наваренный чаёчек. Празднуем! Празднуем, пацаны! You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Извините, пожалуйста, что вас прерываю. Михалыч, я все понимаю, немножко подвыпил, да, можно и на гитаре поиграть. Но давай мы свою музыку включим, хорошо? Ты хотя бы научись играть, и потом приходи здесь концерты устраивай. Спасибо большое, можете уходить со сцены. Угу. А где Мелкий-то? Мелкий! Ты тут не потеп... Извините. Ой, как плакал, то, что его Олечка не полюбилась, а тут, ой, за углом, что-то там вытворяли. Стёпа, хватит петь. Стёпа, музыку свою слушаем. Туса в полном разгаре. Cash money like 504, ball like AD24, no sleep, need more. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. По небу вот сюда вправо залетал, я не успел его словить, у меня даже пукалки не было. Сейчас хотя бы дробаш есть, вдруг если он будет пролетать, я ему запердолю, он упоет с неба, и мы все подарки старотыбзим у него. Чё ты лапшу на уши вешаешь? Стёпа, да я тебе лапшу на уши вешаю, да я тебе зубом клянусь, то что я видел. Вот он! Видел? Ну ты мазила косолапа, это ты сам мазила косолапа, я тебе сказал то, что он только что проехал, а ты мне не верил, Дед Мороз существует как-никак. А вот если кто-то не видел Дед Мороза в предыдущей серии жизни ютубера, вот, кстати, вот сюда можно нажать на подсказочку, посмотреть обязательно, я вот там первый раз увидел Деда Мороза, а ты мне не верил. Вот сейчас, если он вдруг еще раз, вот он, на, собака, на. Магию, как говорится, не так-то просто убить. Вот это Стёпа. Ладно, давай еще подождем, если он еще раз вдруг будет проезжать. Вот сейчас ты стреляй. Посмотрим, какой ты охотник. Держи патроны. Ну, и сам-то не попал, а?
Лохозавр космический. Ну все, сейчас опять я буду стрелять. Ну давай. Микроволновку! Чё за пищалки? Алло! Нет, 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 Бабзин! Бабзин! Только ты и я решим все раз и навсегда. Полнолуние в моем доме. Приходи один. Мелкий! Степа! Михалыч! Кто-нибудь!